Татьяна Мельник, которая могла бы дать, мне кажется, сольный концерт в окружении. Здравствуйте. Из здесь сидящих в зале, все, кто приехал, наверное, многие бы могли дать здесь сольный концерт по Окуджаве, но, к сожалению, нас ограничили, очень ограничили вот, некоторые товарищи, сидящие со склянкой стекла и с розочкой за столом. Вот. Я хотела бы исполнить две песни. Вот, из списка мной присланного, на самом деле, Оксана выбрала те песни, которые очень давно не пелись. Вот. Но они все равно любимы. Вот, и после песни «Любовь и разлука» я, пожалуй, поменяю порядок, да, и спою сначала песенку «Об открытой двери». Когда метель кричит, как зверь, протяжно и сердито, не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. Запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. А если ляжет дальний путь, нелегкий путь, представьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте. Дверь не забудьте распахнуть, открытой уходя в ночной тиши, без долгих слов решайте, огонь сосны с огнем души в печи перемешайте, огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Пусть будет теплою стена и мягкою скамейка, дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Вот, ну, сегодня говорили много о школах, работала Окуджава. Мы точно знаем, что у нас в 6-й школе в Колубин тоже работал. Вот. И на самом деле наш клуб на заре своего создания в 91-92 году выяснил, что в Калуге Окуджава жил в одном из домиков на улице Маршала Жукова. И даже вот наши ребята приложили свои руки и гитарки к тому, чтобы на этом доме появилась мемориальная доска, что здесь жил Окуджава. И вот на данный момент на улице Маршала Жукова в Калуге это единственный частный дом, который стоит на перекрестке улицы Жукова и Горького, и на нем действительно висит, вы можете поехать посмотреть, маленькая табличка, что в этом доме когда-то жил Булат Чалыч Окуджава. Ну, а вторая песенка, которую хотела бы исполнить, такая актуальная во все времена, я бы сказала, а сейчас особенно. Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже ордена получить. Дураки обожают собираться в стаи, впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы в мустах коварная улыбка, видимо, чего-то я не рассчитал. А он в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество превыше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. Когда же всех повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с другом плохо. Надо что-то среднее, так где же его взять?
быть выгодно, да очень не хочется умным, очень хочется докончиться питьем. У природы на устах коварные пророчества, но, может быть, когда-нибудь к среднему придем.